Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника Коровиной. Раздел «Из древнерусской литературы. Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Притича». Рубрика «Обогащаем свою речь». Третий вопрос. Прочитайте диалоги с отроком. Что для них более характерно? Краткость? Напевность? Какие еще особенности повествования вы заметили? Итак, прочитаем диалоги. И сказал один отрок: «Я пройду». И ответили ему: «Иди». Он же вышел из города с уздечкой и побежал через стан печенегов, спрашивая их, не видел ли кто коня. И еще один диалог. На том берегу видели это, подъехали к нему в ладье и взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал он им: «Если не подступите завтра к городу, то сдадутся люди печенегам». Ответим теперь на вопрос. Для диалогов с отроком характерна краткость, смысловая емкость и простота высказываний, отсутствие экспрессивной лексики. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!